Межрегиональные соревнования по пожарно-спасательному спорту стартовали в поселке Октябрьский. На арене под открытым небом по-ульяновски гостеприимно встретили несколько сотен спортсменов из разных уголков Поволжья. О первых победах и пройденных испытаниях в материале Яны Федорищевой. Больше 300 лучших спортсменов, будущих и нынешних спасателей из разных уголков Приволжского федерального округа. Каждый на пике формы, ведь они готовились к первенству России. Эти соревнования и есть прямой билет в ряды национальной сборной страны. По их итогам отбираются сильнейшие команды, которые выступят на чемпионате страны, который пройдет в Екатеринбурге. Уже с первых стартов четырехдневного марафона пожарно-спасательных дисциплин становится понятно, без ульяновских спортсменов конкуренция в Екатеринбурге будет не такой острой. Ведь даже внутри нашей команды за лидерство на пожарной лестнице шла отчаянная борьба. Забегай, забегай! Казалось бы, обидный проигрыш, но нет, в резерве каждого спортсмена еще по одной попытке. Показать сегодня высший результат для них – дело принципа. Бежать до башни нормально получилось, а башня уже слабовато. Подготовка, конечно, хорошая была, но до башни все силы ушли. Самое главное, чтобы кто-то не убежал раньше выстрела. Если он стартует или делает движение раньше выстрела, я его просто снимаю с этой попытки. Не только быстрые ноги. И сила в руках, но и поддержка болельщиков. Вот она, настоящая награда для спортсменов. Завершится главный спортивный праздник всех спасателей Поволжья уже в этот четверг, 1 июля. Яна Федорищева и Антон Дурнов. Вести. Ульяновск из Чердаклинского района.